снова всем привет. С Новым годом, друзья, вас всех. Счастья, здоровья желаю. Ну и также с наступающим Рождеством. Итак, у нас сегодня две посылочки. Давайте откроем мы маленькую посылочку. Значит, здесь, друзья, нам приехало быстрое зарядное устройство от ТОПК. Очень уважаю эту фирму. Значит, это зарядное устройство приобрел мой друг. Вот есть такая у них визиточка. Почему 18? Значит, 18 ватт, друзья, это вот такое вот зарядочка, как у меня здесь нарисовано. Точно такая. Я ей уже пользуюсь, наверное, больше года. Очень доволен. Просто супер зарядка. Здесь же должна быть, друзья, зарядка 36 ватт. По-моему, если я не ошибаюсь, что заказал мой товарищ. Давайте будем смотреть. Что-то с нашим фокусом. Итак. 50 Гц, пол ампера. 6 вольт 3 ампера. 6,9 вольт 2 ампера. И 9,12 вольт 1,5 ампера. А нет, тоже 18 ватт. Значит, я что-то перепутал. Значит, это точно такая зарядка, как и моя. Все один к одному, как мы можем видеть, но только в черном цвете. А мне казалось, что мы заказывали 36 ватт. Ну, я, по крайней мере, перепроверю заказ. Может быть, что-то либо продавец напутал, либо мы забыли. Значит, обзорчик где-то у меня на канале есть на такую зарядку. Все очень круто, все очень супер. Ну, давайте я, допустим, вам продемонстрирую, что она действительно держит у нас ток заявленный. Включаем наш USB тестерок. Так, тут только темно, не знаю. Да, видно. Давайте включим мы сразу ему 2. Давайте ампер. Вот, пожалуйста, ампер. И, соответственно, 2 ампера. 2,07. Можем добавить даже еще 0,25. Пожалуйста, 2,28. Даже еще 0,5 подсунем. 2,72. То есть она не вырубается, ничего, спокойно, спокойно держит. Очень хорошее зарядное устройство. С функцией быстрой зарядки. Так, давайте едем дальше, значит. Это мы все проверили дело. Здесь же у нас очередной Powerbank. Powerbank. Прошлый раз я покупал дочери, как вы помните. Очень классный Powerbank был. Почему был, он и есть у дочери. Отлично работает, она очень довольна. Только не помню название. Кулаа или Куала какая-то там было название. Вот, хотел купить и сыну такой же. Не такой же, а из прошлого обзора. Но сын уперся, нашел вот такой вот Powerbank. Папа, купи мне этот. Тем более, в этом Powerbank уже есть у нас функция быстрой зарядки. Вот так это у нас выглядит. Все характеристики написаны. Так, там что-то заклеено этикеткой. Полтора, ну я думаю, видно. Читайте характеристики на паузе. Больше тут ничего у нас не написано. Ну, значит, извлекаем наш Powerbank. Вот такой тоже, как телефончик маленький. Есть в комплекте такой вот короткий зарядный микро-USB-USB кабелек. Соответственно. Ну и, соответственно, наш красавец Powerbank. Вот еще характеристики я продублирую. Читайте тоже здесь, что и как у нас есть. Видите, 9 вольт 2 ампера, что-то 12 вольт 1,5 ампера. Все честь по чести. Сверху у нас 3.0 Type-C выход. Значит, заряжается он Type-C, я так понял. А, вот еще у нас, друзья, есть боковая, зарядное окно. Это у нас микро-USB. То есть, либо Type-C, либо микро-USB можем заряжать. Ну и, соответственно, у нас два выхода имеется. Два выхода, в принципе, поддерживают быструю зарядку. Все, больше у нас на корпусе ничего нет. Никаких опознавательных знаков. Есть только, друзья, вот 4 маленьких окошка. Надеюсь, видно, где мы можем посмотреть заряд. Для этого, видимо, надо его нажать, включить. Да. Пришел, как мы видим, полностью заряжен.
Ну и давайте тоже потестим его на эти все амперы. Так, берем наш USB-тестер. Так, 0 ампер. Давайте мы начнем хотя бы с 1 ампера. Включаем 1 ампер. Валит отлично, все держит. Давайте 2 ампера. Все просто изумительно. Больше потянет. 2,25 отлично идет. 2,75. Пожалуйста, идет. Давайте врубим ему 3 ампера. Так, это нам 2 и ампер. 3 ампера. Пожалуйста, вытягивает без всякого напряга. Лампочки как горели, так и горят. Значит, по заявлениям производителей и, соответственно, продавца, данный девайс у нас 10 тысяч махов, ну, то есть миллиампер часов. Вот я сейчас постараюсь, наверное, его разрядить. Итак, друзья, прошли сутки. Я полностью все потестил. Значит, вот у меня лежит этот пауэрбанк на зарядке. Заряжал я его через Type-C, как вы видите. И вот наши характеристики и результаты. То есть 9040 миллиампер часов он, так сказать, взял. Значит, тестил я его, поскольку он пришел у нас, как вы помните, давайте я все отключу, как вы помните, заряженным. Вот, на момент съемки у меня в телефоне оставалось только 10% аккумулятора. В моем старом телефоне, это Redmi 5 Plus, оставалось 25% аккумулятора. Так вот, друзья, два телефона одновременно я поставил на зарядку. Так, что у нас с фокусом опять? Значит, два телефона я поставил одновременно на зарядку. И каково было мое удивление, что телефоны зарядились примерно за 2 часа оба. И еще горела у нас одна, здесь вот один светодиодик. То есть, здесь смело, потому что два аккумулятора это 8000. И поскольку у нас оставался один светодиодик, то я могу судить о том, что два аккумулятора у нас должно быть, в принципе, заряжено с нуля полностью. Вот, ну, плюс-минус, наверное, не знаю. То есть смелых здесь 8000 есть. Что я еще нашел? Что здесь у нас продавец, друзья, видите, указывает rated capacity 6200, то есть при 5 вольтах 3 амперах. То есть, я так понимаю, что этот Powerbank при 3 амперах что-то такое может отдать только 6200. Но на самом деле, как оказалось, он... Я уже, правда, не измерял ток, который два телефона вытягивают. Но вот реально все. Два телефона с 4000-ным аккумулятором полностью зарядились. Поэтому Powerbank тоже имеет право на жизнь. Отличная вещь. Легкий, компактный. Ничем не хуже предыдущего. Но, конечно, есть маленький минус, что здесь у нас заряд аккумулятора инициируется только 4 светодиодами. В прошлом пауэрбанке из прошлого обзора у нас здесь уже процент идет, так сказать, в цифре. Вот. Ну, в принципе, понять там можно 25, 50, 75 и 100% каждая лампочка. Ну, соответственно, примерно. Вот, друзья, так что этот Powerbank я тоже всем рекомендую. Стоит не особо, вернее, на момент покупки стоил не особо дорого. Покупал я его на скидках 11.11. Ссылочку, как всегда, я дам внизу в описании под видео. Переходите, смотрите и, соответственно, покупайте, так сказать, смело. Ну, я так понимаю, не обходится и без брака. Кому-то может быть попасться и брак. Хотя я уже давно не встречал Powerbank'ов с таким явным браком, что они не держат заявленных характеристик. На этом, друзья, хочу с вами проститься. С вами был Сергей. Всех с Новым годом, с наступающим Рождеством. Ну и, соответственно, пока-пока. До новых видео. Чао!